верности. И тут у нас маленький собор. И я хочу обратиться к нашему замечательному товарищу, самому русскому здесь, словами Тютчева. Как говорится, чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Поэтому чудеса, они происходят, господа. И одно из чудес, это у нас, конечно, Владимир Владимирович Путин, который по замыслу Творца превратился, знаете, функция править в России формирует сущность правителя. И он вырос в эту гигантскую, и он действительно был властелином Вселенной. А мы делаем ему инструмент. И я вас информирую, и всех международных наблюдатели сейчас, что в России сейчас делается программа компьютерная, 1000 программистов, философов работают над огромной серьезной программой, которая захватит всю планету. Это будет совершенно новый интернет, он будет называться собором. И где, куда войдут все люди, все предприятия, и он будет основан на законе «Люби ближнего твоего, как самого себя». Или, как сказал Владимир Владимирович Путин, важнее этого ничего нету. Будем всем счастливы. Спасибо огромное. Просто в мире у нас вера в чудеса, это действительно русская составляющая часть нашей ментальности.